Поменялись местами. Сима заглядывает в окно. Что? Вы приезжали, но вы такие здоровские. Радуетесь, как дети, да? Скажи, к нам в гости пришли. А потом начинают друг с другом играть, заигрывать. Симба выглядывает. Но Симба не может запрыгнуть. Наверное, слишком у него слабенькие ножки еще задние. Он не может такие прыжки совершать, как эта мелюзга. Мелюзга, мелюзга. Ох уж мелюзга такая. Ох, 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 скачет, как шерханчик. Шерхан, он такой сбитый, ну как сказать, жилистый, назовем его так. О, о. Попрыгунья стрекоза. Запрыгнула с легкостью. Ой, малыши, сколько ни смотри, столько умиляешься. Да, любимки всех, всех зрителей, всех подписчиков нашего канала. Вы любимки, да, вы знаете это? За вас очень переживают, вас любят. Что это там у тебя? Ножка с этой, со шкурочкой? Да. Ох, зайчики. Так, так, компания, компания. Что происходит? Вытащили откуда-то козью ножку со шкурочкой. Ой, с этой, с шерстью. Ух, и туда же затащил, смотрите, на окно. Шерханчик, ты прям артист. Смотри, затащил на окно. Сидит, да? Да. Все? О, это не шерханчик вообще-то, это Ася. Вот теперь-то понятно. Короче, можно их с легкостью перепутать. Камеру, когда смотришь, ну, когда уже готовое видео, то все понятно, кто есть кто. А когда снимаешь все это, меняются все, они там кружатся на глазах, меняются местами, и тогда не... То есть тут кто тут? Кто тут гоняет косточку? Ох ты, шустрик какой! Да? Ты такой шустрик? Ох, скачет зайчик. Ася, что ты там людям шкуркой машешь? Давай. Смотрите, бандитка. Бандитка ты, да? Села на окно и жует. Забралась повыше. О, о, о. А тут что за львиные схватки? Мальчики. Мальчики, зайчики. Что ты такой? Грызульки по грызульке. Вот овечка. Неугомонная. Так, так, Ася, ты что там развешиваешь на окне? Декорации какие-то. Артистка. Артистка. О, сейчас у тебя быстро Шерхан все заберет. Он тоже прыгать умеет на окно. Да? Он тоже прыгучий. На окно прыгает раз-два. Идет, идет. Тут по носу. Дал по носу, главное, Симби проходил мимо. Ох, какой. Ты посмотри. Сидит. Держит в зубах. Шкурку. Давай, Симба, тяни. Сейчас у тебя умыкнет Симба все. Нет? А, не дает. Ох, кошечка. Забралась. Не знаю, как тут. Бличит окно. И так, и сяк. Ага. Смотрите, что вытворяет. Куда ты лезешь, Ася? Осада. О, неугомонная. Да, Линия, смотри, залезла куда, а? Артистка.
И дразнится еще. Дразнилка. Вот сейчас заберут у тебя. Да, будешь дразниться. Шерханчик не забираешь? А ты, Симба? Так. Что там происходит? Уши навострила? О, Шерхан заводила. Приставулька. Симба не очень игручит что-то. Угу. Да. Ну, Ася. Это звезда. И так, и сяк по окну скачет. Угу. Машет косточкой всем. Симба, что такое? Артистка, даже глаз не отвести от тебя. Как только убираешь камеру, она начинает вытворять. О, разговаривает? Что? Что? Ох, овечка, труба пароходная. Ася, ну не дразнись ты. Смотри, сейчас Шерхан все позабирает. Симба, ты такой пухляж, здоровячок спокойный оказался. Смотри, смотри. Он, посмотри назад. На меня не смотри. Он, смотри, что она вытворяет. Артистка эта. Вот артистка. Удочку он сбросила. Ловит рыбку. Давайте, кто попадется. Ага. Вот уже кто-то и попался на удочку. Кто попался на удочку? Шерханчик. А Шерханчик игрулька. Ему лишь бы заиграть, ребят. Угу. Кто рычит? Ася, это ты на них так рыкнула? Вот это серьезная львица. Девочка, красавица. Так, ну окно и так бличит. Я уже передвигаюсь тут в рамках двери. Что? Задира. Ну, задира. Шерхан. Был поскромнее раньше. Да. О, ты это, Ваську не прихлопни там. Аська, текай. Открой окно пошире, давай. Вот, толканула так вот попой. Смотрите, как она здорово сделала. Само изящество. О, кто-то лёг на пузико. Тут просто все в кадр. Так, издалека чуть-чуть, чтобы было. О, теперь все поместились. Хочется поближе снять каждого. Да? Вы такие миленькие-миленькие. Такие миленькие-миленькие. Все, умнички. Умнички. Развлеклись. Пойду еще Аську с той стороны сниму, попробую. Пора уже домой. Артистка. Посмотрите, вот она, с этой стороны. Ася! Привет! Не ожидала увидеть отсюда. Ой, сейчас вот. Фокус настроился, теперь тебя видно. Вот она лежит, смакует тут на окошечке. Ай, хорошенькая. Молодец. Что ты? Давай всем большой привет скажи, да? Ох, кошка, кошка. И так вертится, и так. Так, друзья. В общем, всем вам большой привет от Асеньки и ее... как сказать, компании. Поехала я домой. До скорой встречи.